В этом видео мы покажем вам, как использовать Surfshark VPN. Surfshark – это премиум-провайдер VPN, предлагающий доступ более 3000 серверов в 65 странах мира с большой скоростью и даже с политикой нулевого ведения журнала. Несмотря на это, многие пользователи до сих пор не знают, как использовать Surfshark VPN, поэтому мы решили сделать это видео. Если вам интересно, как использовать Surfshark VPN на Windows, тогда это видео для вас. Но будьте уверены, что все другие приложения, которые Surfshark VPN предлагает, практически одинаковы, независимо от выбранной вами платформы. Поэтому без лишних слов давайте посмотрим, как использовать Surfshark VPN и воспользоваться его функциями и серверами. Прежде всего, давайте посмотрим, как подключиться к любому из серверов, которые предлагает Surfshark. Для этого вам нужно нажать на страну, которую вы хотите. Surfshark теперь установил соединение с самым быстрым сервером в этой стране. Для отключения вы можете щелкнуть здесь. Также Surfshark предлагает выбрать самый быстрый сервер и сервер в ближайшей стране. Также Surfshark предлагает статичный IP и мультихоп. Это функция маршрутизации вашего VPN-соединения через несколько серверов. Это дает вам несколько уровней шифрования и удваивает вашу безопасность. Если мы нажмем на возможности, мы увидим еще несколько функций, которые предлагает Surfshark. Одна из них – Clean Web. Это блокировщик рекламы, который блокирует вредоносные веб-сайты, защищает вас от вредоносных программ и хакеров. Вы можете включить или отключить эту опцию, нажав сюда. Еще есть Whitelister. Это раздельное туннелирование. Здесь вы можете выбрать, какие приложения маршрутизировать через туннель VPN и какие приложения использовать, чтобы обойти этот туннель. Также вы можете сделать это на уровне сайта. В этом случае вам нужно использовать эту опцию. Здесь вы включаете ее, а затем вводите URL сайта, который вы хотите добавить. Нажав на настройки в нижнем левом углу экрана, вы получите доступ к еще большему количеству функций. Здесь вы можете поменять тему приложения на светлую или темную. Также вы можете щелкнуть некоторые из этих параметров, например, подключение. И здесь мы можем выбрать запуск Surfshark со стартом Windows, автоподключение, kill switch и статусы уведомлений. Kill switch действительно интересная функция, и почти все премиальные VPN имеют ее. Ее задача отключить ваше интернет-соединение, если ваше VPN-соединение обрывается. Таким образом, это предотвращает случайную утечку вашего IP-адреса или DNS-адреса, тем самым сохраняя вашу конфиденциальность. Включить или отключить эту функцию можно с помощью этой кнопки. Также есть дополнительные настройки, которые дают вам представление о еще нескольких интересных функциях. Одна из них – режим без границ, который отлично подходит для обхода китайского фаервола. Дальше у нас есть выбор протоколов. Что интересно, Surfshark даже предлагает WireGuard, который является совершенно новым протоколом, который предоставляет гораздо более высокую скорость и более быстрое соединение. Также имеются протоколы OpenVPN, TCP и UDP, а также IKF2 и ShadowSocks. Последняя функция – это тест скорости. Тест скорости позволяет вам протестировать каждый сервер на скорость и, следовательно, определить лучший сервер для ваших нужд. Это работает очень просто. Вы просто нажимаете здесь, нажимаете на запуск теста, и Surfshark начинает анализировать все серверы. Это все, что вам нужно знать о том, как использовать Surfshark VPN.